Белого полюса и продавать письма Деду Мороза. Пошли уже, даже мне письмо. Такое есть уже безумное. А что если с скамейки будут точить гвозди? Если человек очень устал и хочет отдохнуть, он вставляет денежку в банкомат и отдыхает минут 10, гвозди уходит. Позже в Германии есть, пошли. Вам не хватает людей на вечеринке? Вы хотите сразить всех гостей на повал яркими и позитивными эмоциями? Тогда мы можем составить вам компанию. Всего за маленькую сумму. Ёшенька, в Японии такое уже придумали. Деньги от телефона закончились. Точно. А что, если сделать такой тариф, чтобы можно было самой выбирать, сколько мне нужно минут или мегабайтов? Это было бы так круто. Заюшенька, Йота такое уже давно придумала. Блин. Такой бизнес придумала. Зай, давай спать уже, а? Какую идею хотела сказать ночью? Идея. Ушли, я забыла идти. Иди давай, детям пописать. Что это за соус? А что это потом вот такое вот в той баночке? Ой, а у вас вообще можно банкет заказать? А вам не нужны сотрудники? А это печка прямо такая, ничего себе! А до скольки вы работаете? Вот, представляешь, и так мы с ним и познакомились. Это такая история. А вот это где что такое? Девушка, накиньте, пожалуйста, ресторан. Шеф, а где там еще он поставил? Она не читала. Как не читала? Мама двойняшек, так? Тише, я очень легко. Или может быть так? Да нет, на самом деле я самая простая мама. Все же знают формулу H2O. Я вот когда узнала, что беременна, так, H2? Но сколько мне задают вопросов, а как вы их различаете? Ставлю на лбу крестик и нолик. Ой, они, наверное, у вас дома так сильно кричат. Нет, просто когда кричит одна, я другую даже не слышу. Больно ли было рожать? Конечно, в принципе, рожать детей очень тяжело. 1, 2, 3, 10. Интересно, какое рекордное количество детей? Что делать, если обе бросите на ручки? Не брать никого. Или взять двоих. Отдать одному мужу. Надо просто знать, чем их занять. На милотусь, на крем для рук. Скажите, у вас близнецы или двойняшки? Двойняшки. Ну двойняшки, это же двухъяйцевые близнецы. Да. Ну проще же говорить двойняшки, это значит с парнями, которые очень похожи друг на друга. Извините, а вы однояйцевые или двухъяйцевые? Я думаю, я не успею получить ответа. Всегда можно найти время для своих дел. Или не всегда. А главное, что это мое самое большое счастье. Зая, прости меня. Но хочешь, я исполню твое желание? Любое? Любое. Тогда я хочу, что... Ваше вино, господи. Нет, я не буду такого делать, ты чё? Да, не будешь? Да, моя госпожа, я всё исполню. Да. У Леночки выходной. Этот день будет для неё незабываемым. Одевайте, доброе утро, просыпайся, тебе кофеёчек сделаю. Здорово. Мне тоже какой-то странный показался вкус, ты вообще его... Нафига ваша пришла? Это не кофе, блин, это скраб! Слав, сейчас мама сделает маску для лица, да? Сначала попить. Хочешь сначала попить? Пойдем, мама тебя накормит. Так. Блинчики. Блинчики. Порубка, да? Что у нас с маслом, кстати, какое-то странное? Это масло для волос. Ты что делаешь? Масло, ты что съел? Нормальный кофе, вкусные блины. Итак, Лена с мамой в больнице с отравлением. Походу, завтра будет у меня замечательный день. И походу, ночь. Заюш, привет. Привет, как свалишься? Смотри, какая мне новая жилетка. Классно, классно. Ты правильно имеешь, что ли? Да. Откуда ты денег взяла? Я купила, открыла. А с кем это ты там переписываешься? Да не с кем, баланс пришел, просто проверяю. А это кто был? Ты его знаешь? Это что-то тебе было? А? Говори! Ты что здесь делаешь? Ты где была?
гуляла? Полтора часа. Как это? А что мы гуляли долго? Ну, бегал там. Я так соскучилась вообще. А ты с кем-то там разговариваешь, а? С мамой я разговариваю. Привет. Ну что, сработало? Мой-то мне шубу подарил. Так что жилетка твоя, высший класс. Спасибо. Алло, Настя, жилетка освободилась. На что, будешь своего разводить? А, откуда новая шуба? Верку не трогай, мне еще издавать. А жилетка где? Давай, иди гуляй с детками, а я пока приберусь. Смотри, какой бардак. На-на. Пойдем собираться, гулять. А, крашусь и убираюсь. И ухожу к Никите. Зай! Ты мое снотворное выпила, что ли? Я себе на вечер развел. Это был сон? Ничего не знаю, убирайся давай. Никита. А мы с Никитой пошли в бар. С Никитой? А где дети? Какие дети? Еще попробуем. Хочу шмотки, как в последнем клипе. Бузовой! Чего у меня так много шмоток было в клипе? Ну ладно! Хочу купаться! Что, серьезно? Ну как я буду здесь плавать? Двумя неделями ранее. Что надо? Я Джин. Все исполню. А да? Я хочу... Сейчас. Хочу сухую одежду. Хочу отдыхать, купаться. Фу, какой бардак после этих желаний. А кто ты? А где? Стоп-камера, стоп-мотор. Лена, пойдем пообедать. Пойдем кушать, ура! Как ты с режиссером, что ли, напилась? Не-не-не-не-не. Потом... Добрый день, девушка. Вы готовы сделать заказ? С официантом? Не-не-не. Дальше, слушай. Потом я села в такси. Ой, здрасте, на Щербакова 6. Ну и когда же ты напилась? Так ты чем слушаешь? Я же все это время конфетки с ликером кушала. Будешь? Давай.